Сейчас мы заходим в апартамент. Самый большой, который у нас есть. Так, это у нас апартамент с двумя спальнями. Вот такой залищ есть такой. Ух. И вот с таким видом. Видим. О, смотрите, какой вид. Обалдеть. Вот это сказка просто. Итак, переходим к самому апартаменту. Это под кухню сделано. А здесь есть вытяжка для камина. Вот такой большой зал. И давайте выйдем в террасу. Терраса это вот отделяется с другим апартаментом. Получается последний этаж. И терраса у нас идет по всему кругу. По всему кругу. С таким вот видом. Отличная терраса. Сейчас пойдем дальше. Зайдем. Итак, это мы еще в апартаменте. Так, получается, у нас первая спальня. Такая небольшая спальня или детская. Так, санузел с окошечком. И здесь у нас получается еще одна спальня. А здесь у нас еще один закуточек. Это у нас вот такая комната. Под что угодно. Так, вот получается продолжение нашей террасы. Вид здесь просто. Просто во все стороны. Вот. И терраса у нас получается по кругу от апартамента. Вот. Центр. То есть вот пщина, а вот гора. Вот такой у нас апартамент с таким просто с видом на 360 градусов.